каких районах наблюдается рост дорожно-транспортного травматизма? ДТП с участием пешеходов, что показывает статистика? Какие основные нарушения и профилактическая работа ведется сотрудниками ГИБДД? Смотрите программу «Город С» 9 июня 18:15. Гости в студии Александр Дерябин, исполняющий обязанности начальника ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре, и Ирина Тарпанова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.